Что ты, в гости приехали, да? Сейчас посмотрим, как ты с баем будешь знакомиться. Да, тебя друга выпускать. Выпускай, посмотрим, что они делать, блядь, будут. А то кто, бля? Алтай. А, блядь, сейчас знакомиться заново. Ну, да, втекать не будет. Ну, фигу. Он же еще не понял, что это новый. Ты не различаешь? Да, не трогай. Опять ехать не хотел. Да? Так, вот такие манки поставили. Так, они работают. Флажок для того, чтобы их видно было. По полю оставили 3 штуки. Там напарник. Деп. Ты уже это, лепелку поднимаешь, да? А это мой хороший. Пошли, 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 пошли. Так, это опять я со своим телефоном. Так, Сергей, у нас есть 3 варианта. Раз. Раз. Ага. 2. Ага. Это вообще, короче. О, зюрики. Вот эти ставь. Вот а эти. Мы это распробуем с них? Да, распробуем. Распробуем. Сначала полный нальем, а потом по половине. Так. Что тут по половине наливать? Так, у нас тут что на этот раз? У нас на этот раз тут стейки. С кабана. С кабана у нас хрюнделя завалили. Сегодня у нас кабан. Все, сейчас будем его пробовать. Следующий кабан на подходе. Дев, хватит там, чтобы выландаться. Так, ням-ням. Так. Что у нас сейчас будет жариться? Ребра с кабана. Ребра с кабана. Подсвинок был молодой. Да, подсвинок молодой. Теперь ребра жарим. Как они пахнут, чувствуете? Не передать. Пошел запах.